представьте, фамилия, имя, отчество. Разделение сельской безопасности, управление Хорошо. СИП Саратовской области. Сейчас будет здесь проходить оперативно-следственные действия. Понимаете? Я понял. Я понял. Какой целью вы сюда прибыли? Что здесь, в принципе, произошло? Значит, прибыл на встречу с указанным гражданином. Встреча по итогу с какой целью производилась? Значит, решение вопроса и передача за это денежного вознаграждения. Где происходила передача денежных средств? Значит, передача денежных средств проходила вот здесь и закрытых дверей. А денежные средства в настоящее время где находятся? В конверте. Бумажно. Белый конверт. Открывается. Следователем. Конверт обнаружен денежным средством.